Цель нашего исследования в данном проекте заключается в поиске специализированных групп микроорганизмов, которые можно применять в биотехнологии, то есть микроорганизмов, имеющих прикладное биотехнологическое значение. В настоящее время нами выделены несколько штаммов бактерий, которые уже отправлены на генетическую экспертизу в город Москва, Всероссийскую коллекцию промышленных микроорганизмов, биоресурсный центр Курчатовского института. Пока идут исследования, выделение ДНК из микроорганизмов, их изучение их метаболических свойств поможет нам определить, как функционировали экосистемы несколько тысяч лет назад, вот в частности 40-45 тысяч лет назад, по возрасту туши, которую мы исследуем. Вот, выделенные микроорганизмы обладают уникальными ферментативными свойствами. Сейчас мы их изучаем. Идет целенаправленное изучение. Это не случайно выделенные штаммы. То есть для их выделения мы использовали специальные дифференциально-диагностические питательные среды и всевозможные вещества, которые добавляли в данные среды, для того, чтобы определить вот эти ферментативные свойства. В частности, на сегодняшний день известно, что артробактеры, которые выделены из шерсти и почвы, которая окружала вот данный образец, они обладают способностью фосфат-мобилизирующей способностью и целлюлозолитической. Ранее нами также были выделены и уже имеются опыт по исследованию таких же микроорганизмов. Мы выделяли из туши носорога, из котят пещерного льва. Но там были углеводород-окисляющие микроорганизмы. Также были использованы специальные накопительные среды, на которых мы накапливали эти штаммы, потом изучали вот эти же свойства. Но из данных объектов в этот раз у нас углеводород-окислители не выделены, но зато выделены серооксилители. Серооксилители. Также мы сейчас поставили опыт по выделению железоокисляющей микрофлоры. Данные микроорганизмы нам могут помочь в горнодобывающей промышленности. Вот. Это довольно-таки специфическая группа микроорганизмов. И она имеет такую узкую направленность для экологии. Ну, и в основном их используют для поиска месторождений. Скажем, 15 лет назад на базе Института проблем нефти и газа лабораторию организовал кандидат геолога минералогических наук Новгородов Петр Гаврилевич. Это была его инициатива. Он организовал микробиологическую лабораторию и пригласил меня. На то время я заканчивала аспирантуру в Институте прикладной экологии Севера. Он подошел ко мне и просто пригласил меня поучаствовать в исследованиях. На то время произошла авария на бывшем нефтепроводе Талакан-Витим. У них скопилось очень много проб. Для начала он меня просто попросил их исследовать. Вот там были выделены первые углеводород-окисляющие микроорганизмы. Первые не в мире, а первые в моей жизни. Вот с чего началось вообще это исследование. Ну и после чего он меня и пригласил. Как полагается, наука такое дело тонкое, но всеобъемлющее. Микробиология, она имеет очень большие возможности использовать результаты микробиологических исследований. Можно просто очень широко в разных сферах, не только в экологии. Мы занимаемся конкретной экологией, но их широко применяют в ветеринарии, в медицине, даже в зуботехнических проблемах всевозможных. Широко также применяются микробиологические исследования в агрономии. В основном в сельском хозяйстве очень много биопрепаратов разработаны. У нас в РИСПОИСе они очень широко занимаются и давным-давно, порядка около 50 лет они точно занимаются этими исследованиями. Они вообще первые начали заниматься. Даже углеводород окисляющий микроорганизмы, все оттуда пошло. Мы
Работаем с Пущинским центром биоресурсным и с Курчатовским институтом. Это два института, с которыми очень тесно сотрудничаем вот в течение 15 лет. Они нам помогают проводить генетические исследования, потому что наша база не позволяет это проводить. У нас нет такого оборудования. Сколько мне известно, у нас есть генетическое оборудование, но микроорганизмами, как я поняла, пока не занимается. 15 лет это ничего еще не значит, это просто вот маленькая толика в этих исследованиях. И поэтому все эти штаммы можно еще дополнительно изучать. Уникальность наших микроорганизмов заключается в специфических свойствах этих микробных клеток. Все наши микроорганизмы имеют толстый липидный слой, который позволяет им защищать клетку от кристаллизации и разрушения. Вот в этом и заключается уникальность. Потому что при замораживании клеточная стенка разрывается, кристаллизуется, происходит разрыв, клетка погибает. А вот этот толстый липидный слой, он сохраняет клетку в течение нескольких лет. Ну, спорообразующие клетки, они сохраняются как минимум 150 лет в мерзлоте. Допустим, нам при необходимости изготовить какой-то экологический препарат, ну, в основном это такие вот экспериментальные исследования, потому что для исследований, которые уже имеют конкретное промышленное значение, да, там у нас существует специальный подбор микроорганизмов, с которыми мы уже работаем в течение многих лет. Одни и те же штаммы. Единственное, что изготавливают на основе аборигенных микроорганизмов, наших приуроченных, и используем в основном биопрепараты с иммобилизацией на наши местные сорбенты, наши минералы. В основном используем, ну, очень широко у нас в Якутске практически, вот и СВФУ, и тот же институт сельского хозяйства, да. Наш институт мы используем цеолит очень широко, вермикулит используем, апатит наш сельдарский. Вот. Ну, используем в последнее время, мы стали использовать еще наши мархинские глины. Не следует мечтать, эти предприятия уже есть и функционируют. У нас же есть технопарк в Якутии. Там очень много предприятий, очень много молодежи. Молодежь очень грамотная, умная. Сейчас вообще молодежь очень такая развитая. Если сравнить, допустим, ну, как всегда говорят, наше время было лучше, да? Но сейчас молодежь намного грамотнее, намного целеустремленнее, они знают, чего хотят, и они очень быстро имеют все практически коммерческую жилку. Те, там какой-то свой путь, да, какое-то свое предназначение, можно, мне кажется, не стесняясь обращаться туда, и там очень хорошая поддержка идет. А там разрабатывают БАДы на основе сиговых культур. Там разрабатывают, вот опять же, агропрепараты, это научно-исследовательский институт сельского хозяйства, у них там МИП создан свой. Там используют препараты на основе цеолита, ребята из Сунтар-Цеолит. Используют сорбенты на основе лесоотходов, лесопереработки. Данное предприятие экологические, вот по выпуску биопрепаратов, конкретно если нефтесорбентов, да, допустим, они должны проводиться на базе имеющегося крупного предприятия, того же Саханефтегазбыт, Сургутнефтегаз, там, где есть территории, где есть площади, где не нужно это строительство. То есть выделяется там три кабинета, в которых проводятся эти работы. То есть сама организация, она может сама себя обеспечить. Инициатором проекта, да, и то, ну, в науке где-то возьмешь таких денег, это проекты миллионные, чтобы там запустить свой проект, мне пришлось очень многим пожертвовать, да, в частности, вот материальной базы своей, ну, я, в принципе, я не жалею, да, о том, что там проект не состоялся, я бы его все равно не смогла вытянуть одна. Здесь вот просто без государственной поддержки невозможно обойтись, либо без поддержки уже функционирующих предприятий. Эти предприятия должны быть организованы государством, ну и принимать, конечно, вот инициатор проекта есть, его приглашать просто на организацию данного проекта, он должен руководить этим всем, он организовал, ну а дальше уже как сложится, предприятие-то будет работать.
специалисты уже будут наняты. Там не факт, что тот инициатор, который организовывает этот проект, что у него такое желание там бросить свое место, да, в научно-исследовательском институте и перейти в коммерцию. Вряд ли тот, кто наукой занимается, он будет заниматься наукой всегда. Он не бросит науку. Поэтому он может просто организовать сам проект этот, организовать предприятие, а уже дальше, пожалуйста, государство может само регулировать функцию этого предприятия. Как бы все будет на учете, сколько препаратов выпускается, какие у нас предприятия есть, кто в чем нуждается.